Хочу показать вам красоту. Мои новые картины, которые еще не готовы, они у меня сохли. Я была занята другими делами. Я сканировала другие картины, которые нарисовала летом. А это уже осенняя коллекция. Мои новые картины-скульптурки. Это вот, они вот сейчас высохли. Это вторая фаза. Тут у меня еще пленка сзади. Мне нужно ее потом убрать. Но они так как еще не готовы, поэтому я эту пленку убираю в итоге, когда уже картина закончена. Ну вот. Вот такие вот. Вот такая вот красота. Сейчас у меня и такого света нет, чтобы вам показать, когда тень падает. Вот когда солнце светит, то очень красиво смотрится. Но это я буду потом показывать. Это первая картина. Потом. Как я и сказала, они еще не готовы. Это я вам сейчас просто хочу показать. Это вот вторая фаза была. Третья. Они еще будут дорисованы там. Так вот сзади могу показать, еще сзади. Переливаются. Ну, я хочу, чтобы они еще больше переливались, поэтому нужно еще будет дорисовать их, под корректировку сделать. Вот я начала в тот раз и закончила. Тут у меня видно. Вот видите, вот эта сторона, вот какая становится красивая вот эта. Перламутр добавляю, и вот, вот такая вот красота. Так. Это вот одна коллекция. Я рисую всегда по коллекциям. Ну, когда картина небольшого размера, то по коллекциям. Когда большого, то, конечно, только над одной работаю. Вот другая картина. Потому что это очень тяжелая работа. В масках увидели. То в одной маске. Сначала черная маска, потом у меня специальная для глаз маска. Вот тут видно вот такая вот картина сзади. Потом ставится на подоконник или на стол. Ну, кто куда хочет. И вот такая красота смотрит круглосуточно на вас. На улицу выходить не надо. Дерево дома, дерево на улице. Да, я очень люблю деревья. Даже замечаю, что я уже ничего другого рисовать не хочу, только деревья. Так что смотрите мои другие картины. У меня очень много картин. Я рисую уже около 30 лет. И много разных картин нарисовала. У меня очень много разных фаз было, как у известных художников. Я художник неизвестный, но у меня тоже много было фаз. И розовый период, и голубой период, и черные, и белые. Там их очень много. И сюрреализм у меня, и абстракция, и кубизм, и реалистичная живопись. Очень-очень много всего. Ну, это декоративная живопись. На стекле это декоративное искусство. Но люблю я всю эту красоту. Ну и мои покупатели, коллекционеры тоже любят. Ладно. У меня нет сил, как я сказала. У меня уже в течение 3 недель нет сил. Я пью железо, специальные таблетки. Ну, надо сил набираться. И поэтому я сейчас продолжаю. Пойду лучше свежим воздухом подышу. Надо сил набираться. Также у меня остановились концерты, рисование. Вот я неделю назад рисовала их, эти картины. Ну, у меня очень много всего нарисовано. Смотрите, у меня там есть ссылка в профиле. Там такая ссылка, она необычная. Там не сразу в магазин, я вот заметила. У меня ссылка там к моей музыке. Music Hub называется, Bio Music Hub. Потому что я художник и музыкант. Композитор, художник, музыкант. И там вот как раз заходите туда, и там будет вверху и YouTube, и TikTok, и, ну, вот линки. Потом короткая биография обо мне. И линки идут, будут альбомов, идти очень-очень много музыки. Вот так.
Очень-очень. Ну, потому что это музыкальная страница. И потом вот спуститесь пониже, и там будут вот линки к хомпейдж, к биографии, к картинам. Я решила совместить это все, потому что... Ну, потому что я и художник, и музыкант. Много всего нарисовано, много музыки написано. Буду рада новым слушателям. И спасибо тот, кто слушает и поддерживает меня много лет. И вами, и вашими комментариями, лайками и прослушиваниями. Я все это вижу. Я поименно знаю людей. И вижу, ну, я их лично не знаю многих. Но заметно, кто классы ставит, кто следит за моим творчеством. Это очень приятно. Я очень рада. Я вам посылаю позитивные эмоции. Когда я вижу и радуюсь, я вас лично не знаю, но я всегда очень рада. Спасибо вам. Это большая поддержка, и я очень-очень рада. Так что следите за моим творчеством, подписывайтесь здесь на TikTok, на YouTube, ну, кто где находится, Instagram у меня также есть. Я то говорю по-русски, то по-английски, то по-немецки. Нахожусь я в Берлине, в основном говорю на немецком языке. Но мои видео я также... Мне потому что удобнее на русском, быстрее, удобнее. На немецком я тоже говорю, на английском тоже. Но, конечно, не так, как на русском. Это мой родной язык, русский язык. Это мой родной язык. А в моей биографии можете посмотреть, где я родилась, какие у меня корни. Ну, все написано, где у меня были выставки, где у меня были концерты. Все-все описано, это очень долго рассказывать. Так что смотрите, читайте. Там у меня, конечно, биография на английском написана, на немецком. Ну, можно сейчас все автоматически перевести. Это все несложно. Ладно, все, я уже... Сил нет. Спать хочется. И... Ну... Как я в том видео сказала, когда не отдыхаешь ни одного дня, вот у меня будет на следующий год 5 лет, и поэтому, наверное, у меня силы закончились. Но они не закончились, но они у меня появятся. Надо просто больше ходить, погулять, свежим воздухом подышать, на деревья посмотреть. Природа, природа, она дает энергию. Так что и вам советую, если нету энергии, какая-то депрессия, какое-то состояние. Сразу в лес. В лес, в парк. Это единственное, что вам поможет. Деревья, птички, свежий воздух, солнце. Да. Ладно. Мира, добра, любви. Всего вам хорошего. Не болейте.